Ну, друзья, решил поделиться находкой. Ну, просто обалденная находка. Вот сайт, посвященный вроде как ремонту квартир, строительству. Вот, ну, все замечательно. И на этом же сайте. Возвращаемся на предыдущую страницу. Просто мне как-то. Как ощупывает простату? Прощупывание простаты самостоятельно. Зашибись. Чего ж тут еще-то можно найти? на этом сайте. О водопроводе, строительстве, ремонте, интерьеров. Вот это называется поисковый спам. И вот таких сайтов в интернете каждый почти первый. 9 из 10 сайтов в интернете, они именно вот такие.